Так, это канал «Завтрак с Discovery». Предлагаем вашему вниманию интерактивный тур на плотину. Времени сейчас вот сколько, если это, конечно, видно. Поехали. Солнце, к сожалению, уже встало, поэтому это чудо природы вам увидеть не удастся. Народ вот бегает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А это же песок, а по песку очень неудобно ездить с одной рукой. Ага, впрочем, я смотрю, индикатор батарейки уже садится, поэтому, скорее всего, тура-то как такового не получится. Получится так, мелкая, ой-ой-ой, поездочка. Скажем так, тренировка в области езды с одной рукой. Небо вот так видно будет. Чудесное небо. Идеально ровная. Ну, практически. Практически идеально ровная дорога. Ветер свистит в ушах. Короче, практически идиллия. Может быть, даже вы услышите, как крякают лягушки. Два километра в час. Сумасшедшая скорость. Ага. На очередной участок идеально ровной дороги попали. Разгоняемся. Ага, разогнались мы. Как же. Впрочем, с двумя руками преодолеть это было бы совсем несложно. Ага. Обратите внимание, бочка на полдороге. Как следует из названия, она знаменует приблизительно половину пути.
Ага, батарейка уже мигает. Эх, нам бы еще чуть-чуть, и мы бы увидели торжество падающей воды. Но, по всей видимости, в течение короткого времени мы уже вырвемся. Не сможем больше ни на что посмотреть. Можно было бы, конечно, отключить видоискатель. Но тогда неизвестно, что бы вы увидели. Вокруг поют птицы. Лесной воздух. Приятно щекочет ноздри, и происходят прочие высоколитературные явления. Собачка вон пробежала. Так. Ага. А вот и плотина. Практически успели. Ну же, аккумулятор GP. Не подведите. Ага, купаться запрещено. Впрочем, разве уж мы купаться сюда приехали? О, нет! Мы приехали не купаться. Ага! Вот место, где похоронен Кочетов Геннадий, добрейший души человек. Так. Панорамы местности. Мужики рыбу ловят. Ну все, цель достигнута. Ах, как прекрасно это зрелище. Ну вот, собственно, и все. Интерактивный тур на плотину закончен. В чем заключается его интерактивность, я вам сказать не могу. Но, тем не менее, вот так вот.